Вам подобается? Чини. Мы не совсем понимаем. Что происходит? Ну а общее впечатление просто, без понимания. Общее впечатление какого-то, какая-то какого-то непонятного индийского праздника. Понятного индийского праздника. Ага. Понятно. Хорошо, спасибо. Добрый день. Добрый, солнечный, летний, теплый, прекрасный день. Уважаемые жители, гости города Запорожья. Развернитесь к людям, хотя бы где люди. Мы вышли для того, чтобы продемонстрировать вам очень прекрасный, возвышенный, абсолютно бесплатный, абсолютно здоровый, абсолютно замечательный способ, как можно жить счастливыми в этом мире, без сигарет, чая, кофе, телевизоров, компьютеров и прочего мусора. Пожалуйста, танцуйте вместе с нами, пойте вместе с нами. Танцевать вместе с нами. Да, наши ноги не носят. Да. У меня эта нога короче, неправильно взрослась, я их поломала. Тогда просто пойте. Мы же не имеем по вашему силу. Спасибо. Всего вам доброго. И вам самого хорошего. Здоровья на жизнь побудьте. А еще веры в Бога. Только веры в Бога и здоровья. И все. Правильно.
Добрый день, девчонки. Как шарики? Вкусные. Вкусные? Скажите громче. Харе Кришна. О, а вы? Харе Кришна. А теперь, кроме шуток, расскажите, я вижу, вы такие стильные, модные девчонки. А как вот вы относитесь к индийской одежде? Вам нравится, как наши девушки одеты? Очень нравится. Очень нравится, да? Хотели бы так попробовать? Хотели бы. Хотели бы? А как вообще общее как бы впечатление от Харинамы, от того, что происходит? А что происходит? То есть настроение позитивное, но не понимаем, что происходит, да? Да. Я сейчас расскажу. Это происходит как бы воспевание святого имени Господа. Как бы общее имя его Кришна, и ему как бы поют молитву. Это для этого века это метод достижения, как сказать, совершенства, описанный в Ведах, воспевание святого имени Господа. Вам, наверное, понравилось это шествие немножко, да? Позитивное впечатление. Что вы говорите? Очень понравилось. Очень понравилось. Добрый день. Я вижу, вам понравилось немножко. Не, на Мали понравился пьяный он с пакетиком. А, который пристроился. Да. Понятно.
ваши впечатления? Обалденная. Обалденная? Нравится? Да. Всего хорошего. Улыбаемся во все зубы. Добрый день. Можно пару слов о происходящем? Какое впечатление? Позитивное, негативное, нейтральное? Позитивно-нейтральное. Позитивно-нейтральное. Я добрый день. Спрашиваю, какое впечатление о происходящем у людей? Красиво, я сам танцевал, видел? Да, 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 я даже заснял, да. А-а-а. Вам понравилось? Вот, молодцы. Происходящим, пожалуйста. А мы не знаем, что за нация какой, и какой обряд. А какое впечатление вообще? Я вижу, вы улыбаетесь. Вам, наверное, да, нравится, да? Приятно. Позитивное, да? Да, позитивное. Ну да, что за обряд? В честь чего это? Они не говорят же, в честь чего. Сейчас расскажут, будет маленькая лекция. Thank you.
день. Я вижу, вам понравился этот фильм. Нет, не понравился. Нет, не понравился. Вот мы сюда окна, так уже сильнее. Некуда деться. Здесь живете и все время поют здесь, да? Да. Сегодня это у них, они выходят к людям таким образом и поют имена Господа, имя Бога, прославляют вот таким образом. И радуют людей своих красивыми одеждами, песнями, танцами. Что когда человек... Это не специально приехали? Да, да. Какая-то не видно, что это с ним люди. Когда человек счастлив, он что делает? Поет, танцует. Правильно, вот они танцуют и говорят, там частичку счастья. Будьте счастливы! Замечательный солнечный летний теплый день, уважаемые жители и гости города Запорожья. Вот вы можете спросить, вот вы кришнаиты, не пьете, не курите, мясо не едите, чай, кофе не пьете, там в кино не ходите. Почему же вы кришнаиты тогда такие счастливые? В чем же источник вашей радости, вашего счастья? На это мы вам просто ответим, что мы такие счастливые просто потому, что мы всегда поем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вы можете сами попробовать, испытать на своем собственном опыте. Пойте вместе с нами, танцуйте вместе с нами, присоединяйтесь к нам. И сами все поймете, сами все почувствуете. Вы увидите, что это абсолютно бесплатный, абсолютно здоровый, абсолютно прекрасный, счастливый, замечательный, возвышенный способ, как можно быть по-настоящему счастливым в этом мире. Большое спасибо за внимание. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Если вас
очень сильно интересует на самом деле, что же это такое Харе Кришна. Об этом вы можете узнать из наших книг, которые распространяют здесь наши ребята и девушки. В таких же одеждах, как мы, с такими же прическами, как мы, с такими же знаками, как мы. Пожалуйста, дайте небольшое пожертвование, приобретите эти книги. Я вас уверяю, что вы при этом ничего не потеряете, но найдете очень много мудрого, доброго, светлого, возвышенного, прекрасного. Большое вам спасибо. От всей души желаем вам успеха на вашем духовном, жизненном пути. Харе Кришна. Преданные, вы, наверное, очень устали на жаре, бели. Все, совсем не устали. В чем секрет, что вы не устали и танцевали так много? Счастье! Потому что мы всегда поем. Потому что вы всегда поете Харе Кришна. Конечно. Харе Рама, да. Как рады, не так как я. Омовение. Я покажу, как... Я покажу. Харе Кришна, Садвата. По-моему, вы танцевали вдохновление всех. Выходим. В чем секрет вашего счастья? Нужно просто петь. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама. Кажется, метод очень прост. Спасибо вам. Ну как? Может, вам лучше водички попить? Нет, без комментариев. Добрый день! Здравствуйте! Вкусные сладости! Да, да, спасибо! Всего хорошего, счастья вам! Да, и вам тоже! А вам нравятся сладости? Очень? Тогда скажите Харе Кришна! Харе Кришна! Пусть вам будет счастье! Thank you.
таким, как я. Thank you.
Вам понравилось? Да не понравилось. Вам понравилось? Да! Большое спасибо. Зажгите еще! Добрый день, добрый день, уважаемые жители и гости города Запорожья. Вот вы можете спросить, вот вы кришнаиты, не пьете, не курите, в кино не ходите, мясо не едите, вегетарианцы. Почему же вы такие счастливые? В чем же источник вашей радости? На это мы вам просто ответим, что мы такие счастливые просто потому, что мы всегда поем. Харе Кришна! Харе Кришна! 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 Харе! 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 Пойте вместе с нами, танцуйте вместе с нами, радуйтесь вместе с нами, будьте счастливы вместе с нами. Большое спасибо за внимание. Если же вы хотите поглубже узнать, что же такое Харе Кришна, то вы можете узнать это из книг, которые распространяют здесь наши ребята и девушки, в таких же одеждах, как мы, с такими же прическами, как мы. Пожалуйста, приобретите Харе Кришна. Это энергия. Да я виновата. Харе Кришна. Ой, Ванечка, виновата я. А мы дома. Чаринамрита. И это омовение. Я просто Амрита. Так, вода какая интересная, написано Aqua Life. Конечно. Вода для жизни. Не снимать, а то это довольно. Вы же не кушаете, вы же пьете. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
уходите, не уходите, там их кровь. Я же спасибо. Мы вышли для того, чтобы представить вам очень замечательный, прекрасный, светлый, возвышенный, добрый, абсолютно здоровый и абсолютно бесплатный способ, как можно быть по-настоящему счастливым, как можно быть по-настоящему радостным в этом мире. Без чая, кофе, сигарет, и даже пива и вина, и даже телевизора и прочего мусора, который просто мешает нам быть счастливыми. Пожалуйста, пойте вместе с нами, танцуйте вместе с нами, радуйтесь вместе с нами. Это очень просто, нужно просто петь вместе с нами. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна, Кришна, Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! Большое спасибо! Харе Кришна! Да не переживайте. Да. Ты знаешь, что я хочу сказать. Сами Господь. Так думаю всегда. Когда поступаю, устаю. Я так думаю. Вы меня боитесь, просто за тебя спрячусь, если камеру поставлю. Вы дали, в общем, я считаю, что спасибо вам. Даже я считаю счастье. Даже в такой момент я очень далеко от своей Нежины. Я живу в Нежине, очень далеко. И я просто не то, что я съел, а не карается. Объединенное счастье. Да, я просто хочу сказать, что спасибо вам, люди. Чтоб вы, в общем, сказали, что у меня, в общем, жена, так? Люда, Людмила. Которую, в общем, я очень ее люблю. Она вот такая уже. А я так хочу к ней, короче, труба, бомба. И как я только хочу. Вы знаете, Кришна, главное, у меня есть, даже есть это, все есть. Дело не в этом. Дорогие преданные, собираемся и выезжаем. Пожалуйста, возьмите свои личные вещи, которые вы оставляли в машине. Занимаем места в автобусе. Люда,
зовут, и она вот такая. Да я ж не телевизор, чтобы передавать приветы. Чтоб вы, короче, передали самые лучшие почувствия от меня. Я считаю, что вы поганые не желаете. Пожалуйста, я вам посоветую, просто повторяйте Харе Кришна, эту мантру, и у вас будет все хорошо. Харе Кришна? Харе Ганна. Харе Рама. Рама. Отлично. Я думаю, вы уже первый шаг сделали. В своей духовной жизни. Рама. Харе Харе. У меня есть, в общем, это. Все. Ты вот так меня сними. Пусть Господь будет в вашем сердце. Да. Преданные, пожалуйста. Харе Кришна. Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо вам. Очень большое. Мужики, ну тут. Короче, хоть вы этот самый. Я вас люблю, уважаю. Честно говорю. Да просто. Пожмите друг другу руки. У меня жена. Я просто хочу маленькому ребенку, чтобы вы передали это. Передадим. А, чтобы мы его благословили. Да что же от вас зависит, да. Так вот именно, а я знаю, что у вас все нормально. Да, вы же тоже начинаете с себя, знаете, то есть как бы здоровый образ жизни начинается с папы. Да. Он передается маме и потом ребенку. Не шо, а кого? Ныряй давай. Или ты боишься, не умеешь плавать? Харе Кришна. Вот
подавайте, подавайте. На видеокамеру. Ну, нужен конвертер. На новый конвертер. Bye.